Переживает за мой кефир? А, диплю кефир. Can you find it on... Ой, смотрите, какой дворик интересный. Здесь дамбург. Красиво. Он же GPS. Вот его to find it this. Это что-то, какая-то герань тут. Растет, что там еще растет? Какие-то эти ромашки внизу. Желтенькие. Это ромашки или это... Как они называются, забыла? Мне не видно. А, тебе не видно. Maybe you have it in English, darling. Сейчас по пути к этому водопаду мы решили посмотреть двойной мост. Double bridge. Тут венецианские мостики. Мы в прошлом году ездили, посетили три венецианских мостика самых крупных. Точнее, два самых крупных и один небольшой. И сейчас нашли еще какой-то мостик. Вывеску нашли. Хотим поехать посмотреть, где этот мостик. Вот куда-то заехали опять. И вон как раз серпантин сбоку. И как раз не едет никто. А мы ехали, я не успела. Что-то с машиной не заснимешь надо. Да. Придется прогуляться. Вон как раз два этажа дороги. Где я боялась ехать. Опять надо припарковать машину. Сейчас мой муж опять воспользуется услугами моего GPS-навигатора. Ну, я не знаю, надо ему помогать и машину сюда ставить. Главное, чтобы он эти деревца не сшиб. A little bit. Окей. Ну что, оттуда видно? Оттуда видно этот мостик? Вон, видишь? Так получается, вот один, второй этаж, как бы, и вот третий. Ну, я не знаю, видно на видео, не видно. Вот оно, он идет за деревьями. Его награждение. Вон, видишь? Ну, просто когда машины едут, видно. Да нет, мостик пока не снимаю. Не, я не мостик, я смотрю, дорога. А, ну дорога прикольная, конечно, мам, но мы за мостиком приехали. А, yes, very old. Очень старая стеночка вот эта. Очень старая стена. Катя опять пошла исполнять. Едьте. Залезли на стеночку. Мостик отсюда не видно. Али на дарли. Ладно, сейчас так, чтобы опять не свалиться мне. Нужно аккуратно. Не видно там дом на горе. Не видно. А, вон. О, его вообще не видно. Так, что-то мне боязно. Видите, какая высота здесь. Ну, с этой стороны не так высоко, поэтому я стою ближе. Слева, если что, падать буду в эту сторону. Влево. Так, и там вот виднеется мостик. Вон он, двойной мостик. Конечно, с этой стороны видно плохо. Но мне понятно, почему он двойной. Все, спрыгиваем. Ой! О, кстати, можно перелезть сюда, наверное, и заснять его отсюда. Смотрите, какой красивый. Yes, I have, but I cannot to see it fully. Understand? О, Матерь Божья, тут высота какая. Боже. Ну, вот эта старая обезьяна полезет. Отсюда не очень видно, какой он.
Точнее, понятно? Ну, непонятно, что он большой, да. Да, дизайн его немножко понятен, но полностью его не видно. Размер его непонятен. Там это все над обрывом машины едут. Вот я там боялась ехать. Давай пойдем поближе. Когда мы были в Саламине, я пробовала эти ягоды. А потом мне сказали, что они ядовитые. Но правда моего яда хватило, чтобы победить яд ихний. Красивые какие всякие кустики. Красиво разрослись. А, вот отсюда видно, что он двойной. А почему он двойной? Для чего? Вот, отсюда видно. Видно, что он двойной. But I was thinking that you can... because there is two double floor, how you can use such bridge? No, what, I think, what sense I think to use if, it? If it's a lot of water, she can even pass on the second. But what I think they believe, I believe that they make first the first one, then you have to go very deep down the car, and later they make a second one, and they make more straight. They make second floor. Yeah. But this bridge looks to be new. It doesn't look to be old. No, it says medieval. Okay, but look how they decorated already with new tiles. Where? New tiles. It looks new. It doesn't look like like old bridges we saw. With real old stone. The stone looks newer than stone we saw before. It's a medieval bridge. Разные травки. Вот мне нравится, как тут сделано. Да, ступенечки там идут. Это, видимо, такая веранда у людей многоуровневая. Палисадничек такой. И такие хвойные деревца. Это что, это типа кедров с шишечками. А там похоже на виноградник. Или что это? Листья как виноградные. Вот такие растения. Тут ягодки. Классно, хотела бы я в лесу жить, если честно. Чтобы у меня такой домик тоже был. Ты бы хотела вам в лесу жить? Ну, не очень далеко от цивилизации. Я все-таки более такая общественная, чем ты. А почему? Если машина, транспорт... А, ну вот. Почему? Можно до цивилизации добраться. Главное, чтобы интернет был, да? Я ж, да. Ну, тебе да. Ну, и вообще. И вообще. Я более... Вообще, мне уже нужен отдельный кабинет. Опять. Ну, ты же собираешься домик покупать? We're gonna go to this waterfall. It's gonna be the last place you can pick. Okay, our manager, okay. Что он там уже командует? Командует, что нам уже пора идти, а то потемнеет. Он у нас гид. Это тоже какая-то площадка, что ли, смотровая. Mm-hmm. Или какая-то веранда у людей. Если там дом, то это на веранду похоже, да? Да. Тут так дома разбросаны. Скорее всего, частное все это. Ну, это, скорее всего, частное, да. Видишь, вон подсветка, смотри, стоит здесь. Ну, да. А там вон ступеньки. То есть они могут вот выйти оттуда, из своего дворика, пройти сюда. Подсветка кругом, это частное. Подсветка, да, видишь, как. И тут сделано. Видишь, как разбросано. Глянь, ну вот этот напротив. Там палисадничек, а кактусы. Там он как просто на куче стоит. На горе. Да, там на горе стоит, смотри. И там тоже вот так спуск чуть-чуть. А тут сними, глянь, какая яма. О, здесь хоть видно, насколько глубоко. Да, сейчас покажу, насколько здесь глубоко и опасно. Вот. Там цветочки какие красивые. Ярко-розовые. Так, ладно, нам пора уже бежать. Мам, давай побежали. Ой, смотри, а там домик, глянь-ка, с какой аркой красивой. А я тебе говорю, вот там домик, который вообще... Далеко. А я его не видела, я на этот обратила внимание, а тут не видела. Ну все, давай, поехали дальше. Топ-менеджер уже ругается.